Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И вы видите, у меня здесь два яблока. Я хочу приготовить десерт из этих яблочек. Я сейчас их обчищу. Потом, значит, это самое разрежу. И мы их сделаем кляр во фритюре. И вот яблоки я уже почистила. И сейчас я буду их... Когда мы яблоки почистили, мы их нарезаем толщиной не более 0,5 сантиметра, середину. У меня такое приспособление, я убираю вот таким движением, видите как. И такие у нас кольца получаются, колечки. Для теста кляр я беру одно яйцо, вот я разбила. Сюда я 2 ложки сахара расколачиваю. Расколачиваю. Добавляю немножко кефира. Буквально... Ну, сколько у вас яблок, вот я 2 ложки добавила. И вот я кефир уже расколотила, видите, что у меня получилось. И я сюда добавляю 1 ложку муки. И получается вот такой у нас кляр. И теперь уже я хорошо его, чтобы не было комочков. И вот посмотрите, какое тесто получилось. Оно не густое у нас, кляр. Сейчас будем обжаривать наши яблочки, обмакивая в это тесто. И когда масло наше нагрелось, я беру вот такое приспособление. Такая у меня игла. Я накалываю сюда наш... Наше яблочко, обмакиваю я в кляре его и помещаю обжариваться, помогая, конечно, вилочкой. И вот наш яблочный десерт уже на столе, на тарелочке. И еще по... Последнее, что мы немножко притрусим сахарной пудрой. Вот так. Приятного аппетита и удачи вам!